Открытие первой модельной детской библиотеки состоялось в Уссурийске. Торжественное мероприятие приурочили к 158-й годовщине основания города. Это уже 11-я модельная библиотека в Приморье и 5-я детская в крае. В Уссурийске на улице Некрасова, 37, открылась первая модельная библиотека. Что это значит? Это значит, что теперь библиотека стала совершенно новым пространством. Это не только хранилище книг, не только книговыдача, это и помещение для общения, для творчества, для мастер-классов, для интеллектуальных игр, развивающих мероприятий. Это место для общения наших детей. Теперь в распоряжении библиотеки есть телевизор, видеокамера, интерактивный глобус, очки виртуальной реальности, устройство для зарядки сотовых телефонов. Эти инструменты позволят проводить занятия, презентации и даже виртуальные экскурсии. Создать библиотеку в новом формате нам позволил национальный проект «Культура». Централизованная библиотечная система приняла участие в разработке проекта, получила достаточное количество баллов для того, чтобы привлечь дополнительные средства. На модернизацию вот этой библиотеки было направлено 8 миллионов рублей. Полгода перестраивалась библиотека, приобреталось новое оборудование, новые стеллажи, новые системы хранения. И теперь в день города мы открыли эту библиотеку, чтобы наши читатели чувствовали себя уютно и комфортно. Здесь также будут работать мультистудия, центр детского чтения, зоны абонемента, работы за стационарными компьютерами и доступом к электронным ресурсам, многофункциональное пространство с мобильной мебелью и подиумом для выступления. Это помещение будет также использоваться как площадка для интеллектуального проекта «Гений места». Артем Белов, Елизавета Драгомирова, новости на Восьмом.